Надо бы покурить кальян. Так, табак у нас есть, и сейчас мы его, собственно, забьем. Первым делом нужно поставить угли на плитку, а потом уже идти забивать кальян. Ёб твою мать, блять! Каждый оказывался в такой ситуации, когда охота покурить кальян, есть все, но нет углей. И этот выпуск, наверное, специально для тебя, ведь я покажу, как покурить кальян без углей. Нам в первую очередь понадобится сам кальян, и в данном случае, в таком антураже, мы будем все это снимать на кальян-банке от McLeod. Вы, наверное, думаете, а при чем здесь вообще Смирно, и почему на кальян-банке от McLeod? Потому что в конце этого выпуска я разыграю 50 блоков табака Смирно и 3 банки от McLeod, их получат 3 победителя. Так что смотри до конца и участвуй обязательно в этом конкурсе. Поэтому нам понадобится плитка, кипятильник, утюг и будет 4-й способ. Он, наверное, будет самый сумасшедший, о нем вы узнаете в конце выпуска. Что же, пора начать покурить. Я Смирно уже забил в чашечку и начнем мы, конечно же, наверное, с утюга, потому что это самая такая самый распространенный такой миф, а нет углей, покури на утюге. И мы сейчас проверим, реально ли это работает или нет. Главный вопрос, как его правильно поставить? Поставить ли его с фольгой, а потом сверху поставить наш, как он называется, чайник? Нет, заново, как? И самое главное решить, поставить его сразу или поставить его с фольгой, либо поставить калаут и поставить сверху калауда наш утюг. Но у меня есть крутой вариант. Здесь есть пупырки, через которых не создастся вакуума на чашке. Поэтому я думаю, мы поставим прям так в наглую и дадим немного прогреться. Так, ну чё, курим на утюге. На самом деле все это хуйня. На утюге покурить в принципе физически невозможно. Объясню почему. Вкус есть. А немножко дыма скапливается в колбе, и дым тоже как бы есть, но его в принципе мало. Продождали мы полчаса с утюгом, а ничего не заработало. Если примерно вы как-нибудь попробуете это усмотреть, то пожалуйста. Дыма совсем, так что, когда вы видите фотографию, где стоит утюг на чашке, знаете, это фейк, и так покурить нельзя. Ну что же, идем дальше, и следующим у нас будет кипятильник. Мы разогрели уже наш кипятильник, то есть воткнули, и он максимально начал просто темнеть. А это говорит о том, что металл говняный, и он просто, смотрите, как на видео просто начинает темнеть. Жара у него больше, соответственно, и положить просто на табак я это не могу, поэтому я придумал хитрую систему, и я он красный становится. Вот тут вариант вот есть. И посмотрим, сможем ли мы раскурить Смирно после некоторого времени продолжения нагрева кипятильника. И сейчас, собственно, узнаем. Также напоминаю, что спонсором данного видео является табак Смирно, соответственно, и банка от McLeod. Я такая маленькая история. Смирно поменяла полностью свой табачный лист. И табак стал достаточно хорошим, и вполне можно прям хорошо им покурить. И, собственно, мы давайте попробуем уже, что у нас произошло. Сразу скажу, ёбаный кипятильник просто, блядь, я представляю, как в 90-х их засовывали в жопы. И он накалялся до такой температуры. Это чревато вашей колодке, поэтому лучше на фольге. Потому что колодка от такой температуры скоро начнет у меня на чашке прям плавиться. Но давайте, собственно, проверим. Работает ли это или не работает? Собственно, это работает, причем пиздец как охуенно, реально. Если у вас нет углей, ребят, и вы знаете, что, возможно, получится такой момент, что у вас не будет углей, то закупите кипятильник, мы его купили за 125 рублей. И, собственно, как вы видите, Смирно дымит просто огонь. Также это не хуёвая идея для тех, кто хочет придумать электронные калауды.
Собственно, как бы система уже понятна, внутрь этой хуйни захуярит спираль с оптимальной температурой, чтобы это хотя бы всовывалось в розетку. Так что идем дальше. А сейчас мы будем пробовать курить на плитке, то есть ее перевернуть. И пока кипятильник свою задачу выполнил, и это реально курица. Так что идем дальше. Если честно, я думал, что нихуя эта идея не проканает вместе с кипятильником, но, как вы видели, кипятильник реально работает. Но нужно идти к дальнейшему нашему варианту, как покурить без углей. Соответственно, это плитка. Мы ее, скорее всего, установим вот так вот. И попробуем, собственно, прогреть нашу чашечку и попробовать покурить, так что не переключайся. Настал кульминационный момент, теперь это все нужно аккуратненько как-то поставить так, чтобы ничего не пизданулось. Также вот здесь сейчас в уголочке ты увидишь буковку I в кругляшке, на нее нажав, ты можешь посмотреть, как покурить кальян без фольги. Это пиздец, ребят, она уже нагревается, нам осталось лишь только подождать, пока это все нормально прогреется. И надеюсь, все это будет работать. Собственно, у нас уже плиточка нагрелась, Калаут, скорее всего, тоже нагрелся. А банка Маклауд чувствует себя охуенно под таким весом, немного шатается, но все же. А, и давайте попробуем, собственно, всю эту шнягу раскурить. А табак у нас мирно, поехали. Курица очень мягко. Пока не дымно, но потому что плитка нагрелась и вырубилась до определенной температуры. Странно. То будет вполне нормально, так что этот вариант тоже работает. И, кстати, заметь, плитка, на ней можно контролировать жар. То есть, соответственно, те чуваки, у которых руки из жопы, они могут забыть, что такое контроль жара и регулировать температуру. Просто на плиточке крутишь двоечка, троечка и все, заебись. А, и плитка твой, бро. А утюг не твой, бро. Так что плитка у нас работает. И мы идем к следующему этапу. Это будет самое сумасшедшее. Так что смотри. Ну и четвертый способ, как я и говорил, он самый сумасшедший. Но тех, у кого газ дома, газовые плиты... Этот вариант не проканает, так что, ребят, вы можете реально остаться без кальяна. И этот способ заключается в чем? Давайте посмотрим, собственно, на всю конструкцию. У нас есть плитка, есть калаут, есть табак, есть шланг и есть, собственно, банка от Маклауда. И это все сейчас мы нагреем и начнем раскуривать, то есть это у нас уже пошла жара, и нужно лишь дождаться, пока это нагреется, и давайте посмотрим, будет ли это курица или не будет это курица, это детище мое. Ну, это наш четвертый способ, и, ребят, он реально курица. Заморочившись вот так вот, можно реально нормально покурить дома кальян, если у тебя... Сука, закончились угли, а это самое тяжелое. Дым идет, вкус есть, поэтому... Сука, это можно курить, главное, не ставьте на максимальную температуру. Ставьте на шестерочку, на семерочку, на плитке, это можно курить. И сейчас, собственно, мы перейдем к условиям конкурса, как выиграть 3 банки от Маклауда и кучу табака от Смирны, и не переключайся. Ну, собственно, из этого видео мы поняли такую вещь, что на плитке покурить можно, а со сложной системой на той плитке покурить можно, на кипятильнике можно покурить, а вот покурить на утюге нельзя. Так что все те фотографии, на которые мы чаще всего натыкаемся в интернете, где... Стоит кальян, стоит чашка и стоит сверху утюг. Это все хуйня, и это нихуя не работает. Ну а теперь самое сладкое, это, конечно же, розыгрыш призов. Призы будут очень хорошие, в частности, их будет, соответственно, очень много. Но победителя будет всего 3. Итак, давайте разберемся, что получит каждый из этих победителей. Первое место получит банку Маклауд. И, конечно же, 30 пачек табака Смирна. Второе место получит банку Маклауд и 20 пачек табака Смирна. И третье место получит одну банку Маклауд и 10 пачек Смирны. Так вот, что же нужно делать и какие же условия, чтобы стать
полноценным участником данного конкурса. Первое, подпишись на этот канал и поставь лайк этому видео. Второе, подпишись на меня ВКонтакте, ссылочки в описании. В-третьих, напиши любой комментарий под этим видео и главное, не забудь там оставить ссылочку на свой контакт, чтобы я мог найти победителя и, конечно же, с ним списаться. Четвертое, поделись этим видео в социальной сети, как ты сейчас видишь на экране. И напиши там 3 хэштега: Маклауд, Смирна, Присадавы. И 25 ноября мы выберем победителей, так что всем спасибо за просмотры. Это был Дава Дым и вот такой вот сумасшедший выпуск.